И поговорим о ввозе в Украину и вывозе за пределы Украины наличных средств и банковских металлов. Наличная валюта – это наличная валюта Украины и наличная иностранная валюта в виде банкнот и монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего государства. Банкноты и монеты, изъятые из оборота или изымаемые из него, но подлежат обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении. Физическое лицо ввозит в Украину и вывозит за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро без письменного декларирования таможенному органу. Но если равный эквивалент превышает 10 тысяч евро, в таком случае необходимо письменное декларирование таможенному органу. Для декларирования нужно заполнить декларацию трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей. Перейдем к ввозу и вывозу наличных и/или банковских металлов юридическим лицом. Юридическое лицо ввозит в Украину или вывозит за пределы Украины наличную валюту, банковские металлы через полномочного представителя, то есть лицо, которое имеет необходимые полномочия в соответствии с законодательством по осуществлению конкретных действий, то есть доверенность. Без ограничения суммы на условиях письменного декларирования таможенному органу в полном объеме при условии, что такой ввоз-вывоз обусловлен хозяйственной деятельностью. Основанием для ввоза юридическим лицом в Украину или вывоз за пределы Украины банковских металлов есть договор с контрагентом или документ, который его заменяет. Основанием для ввоза юридическим лицом в Украине банковских металлов аффинаж, металлургический процесс получения драгоценных металлов высокой чистоты путем отделения от них загрязняющих примесей, которых осуществлено из драгоценных металлов, ввозимых за пределы таможенной территории Украины, является договор с контрагентом или документ, который его заменяет, и договор на поставку банковских металлов согласно положению Национального банка. Юридические лица осуществляют вывоз банковских металлов, изготовленных украинскими производителями, при наличии письменного отказа Национального банка от покупки банковских металлов, изготовленных украинскими производителями, имеется в виду, которые вывозятся. Пересылка в Украине из Украины наличной валюты и банковских металлов в международных почтовых отправлениях осуществляется с объявленной их стоимости и на условиях и в порядке, определенных для ввоза-вывоза наличной валюты и банковских металлов физическими или юридическими лицами в соответствии с законодательством.